26 вересня Миколаївка відзначила свій день народження. Урочистості відбулися в Палаці культури «Слов ТЕС». Як місто Миколаївку знають з 2003 року, а от в історію маленьке поселення увійшло іще 284 роки тому. Новітня ж історія Миколаївки непроста, особливо після обстрілів 2014 року. Тепер перед громадою у 16 тисяч населення стоять важкі задачі, зокрема відновлення роботи містобудівного підприємства «Слов ТЕС». Від темпів цих робіт залежатиме відбудова усього міста в цілому. Початок великого шляху розпочався у перші години після завершення боїв у Миколаївці. Саме завдяки швидкому прийняттю вольових рішень кількох миколаївчан сьогодні громада із трішки більшою надією вглядається у майбутнє. В день народження міста почесні грамоти отримали благодійники, співробітники ТЕС, комунальники, медики, рятівники. У нас в місті огромне кількість людей, які змогли проявити свою любов и к городу, смогли проявить свою любовь к своим семьям, смогли проявить свой профессиональный долг на том месте, где они работают. Першу грамоту міськради за професійні та оперативні рішення отримав Валерій Черепій. Керівник «Слов ТЕС» наголосив, що 60-річчя станції місто ще обов'язково відзначить, але вже після того, як із гордістю можна буде сказати, що будівельні та відновлювальні роботи завершено. То, що ми планували по блоку номер 6, мы все выполним, даже с учетом того, что есть определенные серьезные трудности с финансированием. Мы выполним к концу года два этапа подготовительных мероприятий. Со следующего года при условии финансирования мы начнем строительство. Мы закончили в прошлом году и закончим в этом году корпус Б, блока номер 7. Это уже очевидно. И думаю, где-то с 1 декабря мы пустим корпус А, 1 января корпус Б, и с нового года начнем работать в двухкорпусном режиме. И этот год, начало этого года показало, насколько качественно был выполнен ремонт. Мы работали без останова дней 40, наверное, и, наверное, впервые за последние там лет, не знаю сколько, заработали аж 15 миллионов. Вот, это очень приятно, знаете, почему? Это было в начале года, сейчас, конечно. Вот. Но ничего, это показательно, потому что есть будущее. Да? Вот на сегодняшний день мы готовы, будем готовы 15 октября работать старой очередью. Угля достаточно для того, чтобы перезимовать. Поэтому слова особой благодарности я хочу сказать жителям нашего города, вот действительно патриотам нашего города, которые не словами, а на деле доказали, что они действительно любят Николаевку, любят жителей. Это Валентин Леонидович Рыбачук, который также с первых дней активно участвовал в восстановлении Николаевки и словом, и делом. Я, может быть, кого-то не назову, просто всех не помню, но это те, которые вот именно так серьезно и с самого начала. Это Владимир Иосифович Стрельцов, руководитель общественной организации «Возрождение». И многие другие, которые и частные лица. Після цих слів на сцену запросили усіх, хто вчасно простяг руку допомоги рідному місту. Уважаемые николаевцы, разрешите, я приглашу на сцену нашего земляка. У него жизнь, как говорится, с самого детства связана с Николаевкой. И на своем трудовом пути практически постоянно соприкасался с ее судьбой и вносил свой вклад в ее развитие. И сегодня в этих событиях оказал серьезную поддержку. Особенно, когда у некоторых наших руководителей в дошкольных учреждениях опустились руки совсем. Он влил в них надежду, и они со светящимися глазами пришли и сказали огромное спасибо. И попросили ответить тем же, поблагодарить. Поэтому я приглашаю на сцену Рыбачука Валентина Леонидовича. Позвольте от вашего имени я вручу также грамоту с благодарностью за его работу по восстановлению Николаевки и от себя лично, Валентин Леонидович, спасибо, потому что вы самый первый, кто пришел в исполком и просто посадил меня за стол и начал спрашивать, как ты собираешься, что делать, и просто начал подсказывать. Спасибо. Родители мои, да, прожили в Николаевке 45 лет, а я прожил 44. И она мне близка и дорога, потому что здесь
прошло мое детство, и я здесь знаю каждую улочку, каждую тропиночку, каждое дерево. Сегодня те деревья, которые мы садили, я вот был там смотрел, да, они уже выросли, стали большие. И я прохожу вот сегодня, да, зашел в зал и вижу своих учителей, которые преподавали в школе. Вижу свою воспитательницу с детского садика, которая меня воспитывала. Поэтому какие могут быть эмоции? Только радость, любовь, те воспоминания, которые они... вот именно сегодняшний день именно принес очень много воспоминаний из детства. Это сцена, на которой я занимаюсь художественной самодеятельностью неоднократно. Я уже даже не знаю, то есть каждый праздник, который проходил, я выступал на этой сцене. Родная земля помогает двигаться дальше, созидать. Вы один из тех людей, кто уже в списках на предвыборную гонку. Здесь, на этой земле, вас рады с распростертыми объятиями видеть. Вы чувствуете силу, что во всех остальных уголках Славянского района будет такая же поддержка? Вы знаете, я работаю от души. И все, что бы я ни делал, я все делаю от души. Если я что-то строю, то я строю здесь, на этой земле. Здесь у меня бизнес, здесь я открываю новые предприятия, здесь мои родители, здесь мои друзья. И я буду здесь вместе с людьми. Хорошо будет здесь или плохо, в тяжелые минуты, в любом случае я буду здесь. Я вас всех, жителей нашей с вами Николаевки, поздравляю с прекрасным, замечательным праздником, с Днем города. Я хочу поздравить всех работников нашей станции с 60-летием. Это огромный юбилей. И я представляю, какие бы были бы сегодня торжества, если бы не произошли те события, которые уже минули в историю, дай Бог. Вы знаете, с электростанцией, мой отец тоже работал на электростанции. Он работал 66-го, а я 67-го года, будучи в один годик, переехали сюда. И я вспоминаю, как электростанция развивалась. Сегодня с Сергеем Алексеевичем Поповым, он вспоминал, говорит, помните, когда Валентин Леонидович выходили со знаменами, когда 25 лет мы праздновали станции. И все вот эти события, вы знаете, наполняют сердце теплом. Пусть ваши сердца, всех присутствующих, всех николаевцев, наполнится любовью. А если будет в сердцах любовь, то будет везде мир. Всех вас с праздником! Уважаемые николаевцы, позвольте мне еще пригласить 3 человек на сцену. Смелость, активность, устремленность, профессионализм, неординарность принятия решений именно в первые часы восстановления города оказала серьезное, решающее, наверное, значение на восстановление всего нашего хозяйства, на водоснабжение, электричество и здоровье людей. Я прошу подняться на эту сцену Баса Игоря Маркова Александра Васильевича, Биланова Александра Николаевича. Дорогие и уважаемые наши руководители, я думаю, мы все поблагодарим за ту работу, которую они провели в первые минуты, самые первые минуты и часы, благодаря которым наш город потом начал оживать, и сегодня он есть такой, какой есть, а может, завтра будет еще лучше. С праздником вас! Разрешите вас также наградить грамотами Николаевского городского совета. У відновленні дієздатності Миколаївки приймали участь сотні соціально активних професіоналів. Їх вклад не можна переоцінити. Юрій Бондарчук, Юрій Дереза, Валерій Муха, Валерій Ушкало, Віктор Зайцев, В'ячеслав Блудов, Юрій Буковський, Артем Шевченко, Роман Позняков, Олександр Щербіна, Валентина Олефіренко, Володимир Стрільцов. Ці імена увійдуть в новітню історію Миколаївки назавжди. А самі миколаївчани, надихнувшись звершеннями земляків, готові й далі з підвищеним ентузіазмом працювати за для счастливого майбутнього міста. Быстрее восстановить город, чтобы было тепло у нас и мирное небо над головой. За что любишь Николаев? За то, что это очень прекрасный город, тут очень все весело и интересно. Чего бы пожелала Николаевке? Всего самого наилучшего. Я желаю всем, чтобы только уже войны не было, мирное небо над головой.